И всем-всем-всем привет, ребятки! Вы на моем канале Влада Лай. И сегодня мы будем снимать Тока-Бока, как обычно. Но я вижу, что она вам нравится. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки заранее. Поехали! Сестра и брат купаются. Как, сестрица? Может, пойдем? А уже потихоньку ночь будет наступать. Пойдем, братец. Я как раз уже устала. Пойдем. Ах, дети, это так прекрасно. Сегодня ночь была у меня очень даже красивая. И маленький малыш рвется на выход. Но, как у нас не обустроен еще весь дом, нам надо еще потрудиться, дети. Да-да, и мне надо потрудиться очень даже сильно. Дети эти младшие так спят. Так, не бесшкетуйте только, хорошо? Хорошо, разбудите их, а то до ночи доспят, и энергии будет куча. Угу. Хей, что такое? Что случилось? Вы должны проснуться уже. Все, будьте тут. Пойдем. Так, переоденусь я вот это. Вот это я один сегодня. И потихоньку уже ночь. А ночь так быстро наступила. Надо сделать уроки. Сделать уроки очень надо быстро. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все, я сделала уроки. И меня подожди. Как я люблю свою сестру. Но она постоянно разбивает мое сердце. Ладно. Сделал. Можно положить. Все. И мою можно. Так, а еще сказали, надо почитать. У меня энергию, потому что завтра нам идти в первую школу. Ах, мне надо сходить и умыться. Сколько? Еще 5 часов у нас осталось. Это точно, милая. Надо везде включить свет. Да, все, я пошла кушать, готовить. И как раз перейму свои важные дела. Я наконец-то на первом этаже. Надо посмотреть. Свет везде включу. Не обращайте внимания. Это я попозже приготовлю. Так, это все хорошо. А, да, ванная, точно. Мне надо одеть мой халатик. Вот такой. И надо одеть вот такое. Скоро рождение ребенка. И нелюбимая дочь опять будет нам завидовать. Кстати, да, ребятки, забыла вам сказать заранее, что нелюбимая дочь стала опять, ну, стала любимой, а теперь стала опять нелюбимой. Ну, если вам это больше нравится, вы мне напишите в комментарии. Если вам не нравится, что она стала теперь любимой, ну, нелюбимой, то вы мне напишите. А если вам понравилось, что она стала опять нелюбимой дочью, ну, я буду снимать вам ролики. Ладно, поехали дальше. Надо почистить мне зубы, прямо масочку, да. Так, возьму вот это, а еще мне понадобится щетка. Моя любимая красненькая. Надо намочить чик-чик-чик. И открыть мои зубки. Чисто-чисто-чисто. Надо зубы чистить каждый день. И с утра, и ночью, ребята. Напоминаю. Так. А, так, все. Почистила я зубы. Готово. Да и маску надо скоро снимать. Это так мило. Так, все, масочку пора снимать. А, и теперь надо искупаться. Искупаюсь за ночь. Волосики помою. Да, вот, мой любимый мыльце. Мое любимое мыльце до головы. А еще сказали, надо это мыло использовать с волосами. Шампунем волос. Еще тело. Сейчас вот так поставлю. А, все, теперь надо дальше мыться. Ну, в принципе, все готово, мне можно вытираться. Волосы надо высушить. Так, я ничего не забыла. Вроде нет. Теперь надо готовить завтрак. Сделаю вот такое. Курочку с сыром. У нас не было вермишели? Вроде нет, не было. Ладно. Так,
Потом расставлю тарелки, все подгорает. А теперь самое время. И вот сюда тарелочку, и еще две штуки. Как мне это все нравится. Так, и наши малышечки. Вот так. Тут приготовлю нашей любимой малышке. Так, чтобы ей приготовить. Точно, овсянку. Она обожает овсянку. Готово. Картошечки сейчас не поджарю. И нарежу ей морковки. Она так любит морковку. Картошка подгорает. И морковь можно уже снимать. Это самый лучший завтрак моей маленькой дочки. Ладно, это морковка Яси. Она любит у нас толченочку. Пусть поест толченочки. Вот. Готово. Кто-то любит вот такие сырники обычные. Это любит у нас сестренка. Она любит полностью поджаренное. Ну все, полностью поджаренное я ей сделала. Нет, это любит... Да, это любит она. Кто-то любит перевернутый сэндвич. И вот такое. Ну, еще я. Точно. Нарежу себе клубничный ролл. Отлично. Потом надо отправить детей за магазином, а еще тут взять. Так. Надо всем сказать, что ужин готов. А, надо еще стаканчик расставить. Забыла. Так, мужу, сыну, дочке, дочке, сыну и мне. Ой, сейчас. Вот так. Готово. Все, я пойду. Ля-ля-ля. Семья, кушать готово. О, милая, а ты что-то приготовила? Фру-фру. Фру-фру? Он сегодня ел. Ты же забыл? Но он ночью в обед не ел. Дорогая, ты что? Ладно, да, мама, что-то фру-фру. Идем с нами кушать. Барнаби, пойдем с нами. Так. Платить. Чё тебе? Платить. Чё тебе? Сестрица, чё тебе? Чё? Пошлите кушать. Так. Ставим обратно книжку. Мы бегим. Вот и отлично. Фру-фру и Барнаби с нами пойдут. Пойдем. Мы на первом этаже. Да. Угу. Все, пойдемте. Вам не говорится, что будет скоро еще один ребенок. Это точно. Так. О, спасибо, мам. Обожаю такие. А я обожаю вот это. А, дорогая, а что у нас попить? А, блин, не знаю. Ой, мама, ты всегда так говоришь. О, спасибо. Обожаю. Вау, дорогая, я это люблю. Фруфрушка. А, съешь клубницу. Все, холодильник надо будет заполнять завтра. Угу. Так, сейчас. Ребятки, сейчас мы возьмем попить. О, давайте маленький холодильничек поставим. Давайте, вот такой. О, спасибо, Влад. Так, то какое будет? Есть такое, а есть вот такое. Мне зеленое, зеленое. Красная, красная. Но нам тогда желтая. Хорошо. Так, зеленая. Ой. Сейчас. Хорошо. Так, желтая. А сиреневая. Сейчас будет сиреневая, не ноть. Ой. Прости, милый. Угу, хорошо, другой. Вот, бери свой сиреневый и не ной.
Так, сейчас. Наливаю тебе, милый. Поп, я выдержу твой стакан. Спасибо. До будущей мамочки надо вот это вот все фрукты кушать. Как вкусно. Так, потихоньку можете посидеть еще тут. На. Так, надо сначала кружки помыть. Так. Так. 9:15. Все, идем. Барни, барни, барни. Ко мне. Ой, барни, тебя надо искупать, блин. А, точно, я забыла, что у нас малышки, блин, нет. Ну, это есть барни, барни. Да, барни? Барни. Ладно, барни, прощаю, мой хороший. Сейчас тебе вот так помою, лапки, лапки. Как мы тебя любим. Все, барни, полагал. Пора вылазить. Вот, вытираем тебя. Так, ночь. Так, надо выключать везде свет. Так. Пап, еще моя же кружка. Ну, считается, типа помыли. Хорошо, пап. Так. Так.